Рейды по пожарной безопасности проводят по всему Приморью. Так, жительница села Новая Москва Шкотовского округа сжигала мусор на своем огороде в непосредственной близости от границы с лесом. На женщину составили протокол об административном правонарушении. Женщина открывала клубнику, сжигала лист, все примыкает к гослесфонду. В случае ветра могло перекинуть в лес и, соответственно, будет пожар. Еще и поселок. Вот. Есть такие прецеденты, когда загорают вот из-за такой небольшой шалости, как уборка огорода, загорают целые поселки.